Взаимоотношения России и Запада – титульная тема визита делегации Института Европы Российской Академии Наук в Иваново. День гостей столицы начался с лекции перед студентами Ивановского государственного университета. Дальше в течение двух дней обширная программа. Круглые столы и дискуссионные встречи с преподавателями и аспирантами ИФГУ. Поездка в Плёс, диалог с губернатором. На этой встрече предстоит обсудить проблемы сотрудничества и безопасности России в Европе. Делегаты прибыли в Иваново, чтобы рассказать о своих разработках, послушать мнение коллег и ответить на главный вопрос – возможно ли будущее России без влияния Запада? Научное прогнозирование, обсуждение, выработка каких-то представлений, основанных на серьезном анализе, необходимо. Потому что если человек пускает историю на самотек, то из этого ничего хорошего, как правило, не получается.